Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь, кто не знает. День у нас сегодня 30 января 2015 года. Утро, иду на работу. Сегодня у нас стартует тренинг, коучинг. В 7 часов вечера сходим на него и узнаем, что там будет интересного. Ну а пока идем на работу работать. Время без 15:07. Нахожусь в гостином дворе. Опа. Людей почти нет. Иду на чудо-тренинг. Коучинг, да? Как он называется? Правильно. Вот, посмотрим, что там будет интересного рассказывать. Меня зовут Абу Тимур. Это моя фамилия, имя. И вот с таким созвучием странным я последние почти 9 лет я занимаюсь темой отношений, соблазнений, знакомств, расставаний, возвращаний. Ну, вот все, что связано с темой противоположного пола для мужчин, я в этой теме. Время уже 23:53. Я уже дома, пью чаек. Итак, как же прошел тренинг? На самом деле, это был вводный урок такой, где мы там познакомились с тренером Тимуром Абудом. Тренер познакомился с нами, с участниками. А 8 уроков, они будут, соответственно, уже со следующей недели, со вторника. У нас там по вторникам и по пятницам будет в течение целого месяца, да, 8 занятий. Вот, сегодня был такой вводный тренинг небольшой. У нас там, кстати, группа такая не сильно большая. Было 9 человек, один из 9, точнее 9 человек, он будет в апреле ходить. То есть он там пришел, посмотрел, ага, ему понравилось, он ушел. А все остальные костяк, так получается. Там возраст от 22 до 48 лет участников. И вы знаете, основная тема там была, какая же тема там была? Ну, самая такая, да, пиковая, это цели, глобальные цели мужчин и женщин, да, вот основы. И там разбирали, что хотят одни, что хотят другие, что эволюции, там, предназначение у каждого, да, ну, у женщины, у мужчины, и долгосрочную перспективу, и краткосрочную перспективу, и тут нам еще домашние задания дали, тут надо несколько, там, подходов в день делать, там, с определенным вопросом, тихо, не упади, вот, ну, было все круто, вообще, Тимур такой позитивный человек, и главное, все обосновывает, с научной точки зрения, да. В нашей группе, вот, например, сегодня было два чувака, которые постоянно задавали вопросы. Постоянно. А как это? А как что? А почему вот это? А почему так нельзя? А почему так можно? А как это вообще? Ну, мозг взрывался, да? А я себя чувствовал, как, знаете, представим школу, да? Представим там младшие классы школы, там второй, третий там класс, может быть первый класс, да, когда ты так выучил математику, допустим, ну, выучил урок, приходишь, значит, садишься за парту, да, и тут учитель начинает спрашивать, так, дети, а ну-ка мне расскажите-ка про вот это, ну, например, там, 2 плюс 2 сколько будет, да, все сидят и думают, как бы их не спросили, а ты, наоборот, такой тянешь руку, там, да, меня спросите, я выучил специально, да. А тебя как назло не спрашивают, представляете? А спрашивают того, кто не выучил. Ну, это вот психология, да, учительская. Вот у меня было такое же состояние, потому что
Я ведь прошел базовый тренинг уже, да? А это коучинг, он как бы более углубленный. Там какие-то моменты есть и из базового тренинга. И я там один раз сказал, он говорит, ну, Тимур говорит, Игорек, ты, конечно, красавчик, что ты прошел базу, да? Но лучше это, помолчи немножко. Ну, типа, ты и так уже там в теме, да? Пускай пацаны, которые не знают, короче, там все дела. Мужики. Мужик, да. Пускай они начинают работать мозгами, шевелить извилинами своими, да. Ну вот. Вот так. Было так неловко на самом деле. Ну прикольно. Вот. Так что со вторника. Вторник, пятница. С 7 и до победного, ну до 22, да, мы будем тренинговаться, развивать навык соблазнения женского пола. Ну и потом перевод, соответственно, в отношения, через опыт в отношения, да. Там у каждого из участников нашей группы свои какие-то определенные цели и задачи стоят. Тимур о них обо всех узнал, об этих целях и задачах, и будет индивидуальная консультирование. Вот. И еще фишка, какая у меня была. Под конец тренинга беру телефон, он у меня лежал там рядышком на столике, да. Раз в WhatsApp, незнакомый номер, не понял. Туда там, привет, помнишь меня, как дела? Я был в шоке. Смотрю на фотку, это там девица одна, мы когда полгода назад я ездил в отпуск в Адлер. И там, пока я ехал туда, мы там, в общем, ну, в нашем, получается, купе, или как он там называется, где это. Мы там, в общем, с девчонками-то бухали. Ну, и я там с одной мутил. Одну ночку. И она, в общем, пропала. Блин, тут бак тебе нас полгода спустя она вспомнила обо мне. Ну, в общем, мы с ней переговорили. Назначили стрелку на воскресенье. Пообщаемся. Узнаем друг друга поближе. Чуть-чуть. Вот, и это главная новость дня сегодняшнего. На этом все. Всем пока. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Всем привет. Сегодня у нас 30 января 2013 года. Продолжаем рубрику «Посиделки с котом». Да. Всем привет. Меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 30 января 2014 года. День недели у нас четверг, почти чистый четверг. Время сейчас ровно 22:00. Вот прям копейка в копеечку.